Так, ну давай, мы вчера ее начали. Вроде как. Но у меня кончились жизни. Меня заставила игра начинать заново. А до пароля я так и не дошел. Короче, смысл в том, что он занимался баскетбольщиком своим. Внезапно прилетел мяч, и было сообщение, чтобы он пришел в музей. Потому что, типа, его друзей похитили. И вот он, короче, это... И видите, это... Я крутыш. Так. Да, раз мир, два мир, три мир, четыре мир. Четыре мира по пять уровней, плюс промежуточные, я так понимаю. Хотя, может, и шесть миров. Короче, ладно. Как лучше, кстати? Так или... Так. Как вам лучше? Как вам больше нравится? Темнее или светлее? Естественно. Спросил, как вам больше нравится? Естественно. Так, окей. Так, ну это бег, хорошо. Так, пацаны, да. Спасай пацанов, он сказал. И все, вышел. Так, платформа. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Да. Был дело. Так, бег. Опа. Так, я золотой ключ взял, да? О. Кек. Где-то еще что-то было? Какая-нибудь золотая дверь. Вроде не было. Варим. Асань. Так, а это что делает-то?
А, это тоже хилка, что ли? Окей, будем знать. Хуба! Так, а вниз это там, где ключи золотые лежали, да? Бум! Блин, нагибать в разы проще играть, серьезно. Чё кед дают? Я не понимаю, бессмертие? Скорее всего. Чё, задамажился? Смысле? Ой! Чем я стреляю-то? Спокойно. Так, давай. Оба! Так, что там? Где платформа? Окей. Ты-ри-ты-ты-ты. Я с Юраном поздоровался, привет. Ну, такое. Сика. Так, у меня есть теория, что надо вернуться назад чуть-чуть. Там хилочка была. А то я сейчас не дойду. Нахер, нахер, нахер. Летучие мыши, надеюсь, не появятся никакие. А то я не доживу. Так, вон она, хилочка. Хилочка моя, хилочка родненькая. Давай, я тебя чуть сломал. Давай, давай. О, блинский. Дай едеть твою. Так, еще раз. Насколько надо вышить? Оба! Нормас. Фул хп. Хорошо. О! Да ладно. Тихо. Чё, команда не работает, не пойму. Я чё, вместе с командами боссман твою же команду удалил? Чё? Ты это заслужил! Так, ну куда я проверю? Что там не так? Странно. Ну, работает. А, это ты, пес, делаешь какие-то дела там свои, да? Хулиган хренов. Обманщик Сика. Я тут переживаю за него. Думаю, команду ему сломал вчера. А он. Такое. Так, давай. Да иди твою мать, ненавижу это говно. Появишься с платформы назад-то, давай. Так, окей. Здесь что? Сика. Да вы что, издеваетесь? Так, а я сюда вообще ходил? Вчера, что-то я такого не помню. Нет, монетка! Так, селект. А? Уэээ!
Так, тихо. Это был One Up! Ты! Ну я же все взял! Ну, выявил, по крайней мере, все. Это родник. Да кому нужен этот киберпанк? Ты че вообще? О чем ты говоришь? Кому-то может нужен. Ну, всем этим трем людям. Изи пизи. Собрал все вообще, мне кажется. Хотя не факт. Но главное, я взял жизнь. Я взял жизнь, что может нам помочь, в принципе, в дальнейшем. Мне сегодня Twitch прислал какую-то хрень по поводу киберпанка. Мол, презентация вроде как будет какая-то. Заходите, посмотрите! Говорит, да нахер надо мне это? Кабель Story выиграю. А какая предыстория у игр и фильмов про Майкла Джордана? С друзьями беда, надо выручать. Я же Майкл Джордан. Где такой весь правильный? Могу с трехметровой отметки допрыгнуть до кольца. Ух, смотри, я что-то знаю про Майкла Джордана-то, да? Так, ключики. Ты подарил мне летом ключики с секретом. Опа! Чё тут? Так, думается, мне надо просто в каждую стену стрелять. Может быть, какие-то секреты найду. Ай! Я только сейчас заметил, что, короче, у него лицо меняется вроде как, когда в него попадают. Там сверху аватар его. У него лицо меняется. Вот. А! Смотри, секретка какая-то. Я хз. Че тут у нас? Открывай. О! Пацана нашли. Ой, а я его знаю, это... Этот. Он в фильме был. Космический джем. Такой длинный. Ца, у тебя нафиг. Но я почему-то могу вспомнить только одного персонажа. Баркли и все. Короче, сюжет, что типа он занимался баскетболом, как обычно, и внезапно это мяч упал откуда-то с неба. Там было сообщение, типа, друзей похитили, хочешь вернуть, приходи куда-то там в музей, в какой-то непонятный. Вот мы здесь, собственно. Да я вот реально, я просто не могу понять, а зачем? Тут же есть хп отдельное, вон, кружочки. Зачем вторая эта полоска хп нужна? Что-то мне это непонятно немного. Ёпта, ты давай не надо так делать. А там есть что-то внизу? Как же бесит, что нельзя посмотреть низ-то. Хотели, сделали. Чё ты бесишь? Чё ты бесишь своими вопросами? Ну?
Не нравится — не играй. Ну. Чего? Да чего? Кнопок тут вообще, конечно, используется в этой игре пипец как много. Так, золотую давай. Золотой. Пиу! Тыщ! Или вот так. Пум! Что-то я смотрю тут. Это явно ломается. Что-то... Ну как продают? Я вчера пытался посмотреть, короче, что там на распродаже вообще есть у них. В итоге сайт, как всегда, у них работает. В лучших традициях уже. Сот ремастер. Да. Я вообще о ценах мечтал. Потому что для меня вообще цен нету. Я захожу в этот PlayStation Store, короче, пытаюсь посмотреть цены на игры. А мне они не показываются. Бонус. Да где золотой-то, ну? Блин, так и не взял ничего. Не, реально. У меня просто пусто. Заходишь, распродажа, 60% скидка на все. Ну не на все, там. До 60%, короче, скидки. Захожу. О, вот эта игра сколько стоит? Цена нет. Вот просто, знаешь, список игр, там игр штук 15-20. Ни на одной не написано цена. Приходится заходить внутрь, но и там не написано, сколько цена. Сортировки... Я охреневаю, как они магазин обновили, конечно. Тоже ломается. А ты купи. А я не могу ее купить, понимаешь? Понимаешь, не могу купить. Тайм-аут. Кому тайм-аут? Че? Да тут можно было бы купить. Но реально нет цены вообще. То есть сейчас нету, потом будет. То есть она что-то временами, короче, пропадает цена. Я не понимаю, как это работает. Либо они, короче... Что-то там нахимичили с сайтом. Либо что-то, я не знаю. У них слоган классный, мне нравится он. Кстати говоря.
Что там было написано, подожди. Я, знаешь, после вот этого всего я просто зашел на главную страницу PlayStation, хотел сказать, что они ублюдки. Ну, короче, увидел эту картинку, и мне просто отпало желание, потому что я ржать начал. А чё по-английски-то? Короче, суть в том, что у игр теперь нет границ. Сука. Play has no limit, знаешь, типа у них какой-то такой слоган. Нет, да? А почему я игру не могу купить у вас? Потому что нет границ. Все же логично. Что это? Воу! Опа, че? Ой, а кто это у нас тут? Не знаю. Ой, а кто это у нас тут? Да, нич, наверное. Пришел и спамит подряд несколько штук. А? Это Харви Бёрдс. А Данечка красавчик. Му-му-му. А Данечка красавица. Му-му-му. Не, ну правда. У игр нет границ. Это главное, что я понял. PlayStation. Единственная граница — это то, что я игру не могу скачать или купить. Или посмотреть, сколько она стоит. Это единственная грань. Привет, Боссман. Как классно, Боссман заходит и не спамит команды, потому что их нету теперь. Так, уровень 2 есть. Вот здесь, вот в этом уровне, говорится, говно падает на вентилятор. Ну или встречается с вентилятором. Не знаю. Это дрянь. Так. А дайте ключ. Сипте. Mountain Dew, Mountain Dew. Да откуда мне знать, что орёшь? Где мои яйца? Не знаю. В другом городе оставил, без понятия. Как там в горячих головах? Прости меня, красавица, но сегодня я оставил свое сердце в других штанах. Бум! Колючек. Тю! Это что было-то сейчас? Есть какая-то схема, да? Такая? Ну какая-то же должна быть. Не? Может, наоборот просто кинуть? Не знаю.
Да. Окей. Чусь. Так, я вижу там что-то. Да? Тихо! А других ключей у меня нет, красный есть. Титилу. Бум! Что-то я это... Что-то я перестарался. Так. Овсянка, сэр. Ага. Ага. Воу, нашел пацана. Ты теперь будешь другими командами завоевывать нас. Думаю, я все правильно понял. Да, он будет это делать. Ох, черт. Ох, черт. Так, есть проблема. До свидания. Так, не понял, а почему? А? Конфетка. Нет, не почему конфетка, а почему... Жаль. Странно. Ту. Так, там внизу что-то есть. Мне хочется упасть проверить! Так. О! Тихо. Тебя можно убить, что ли? Нойс. Не все собрал, но зато вышел. И жизнь не потерял, что самое главное. Sweet. Sweet. Интересно, когда они будут сайт чинить этот свой? То есть, ну, блин. Меня еще самое главное, знаешь, что бесит? То, что они убрали этот, как его... Во-первых, сортировку убрали. Ну, либо сломали, я не знаю. Во-вторых, как его называют? Список желаемого. Вот это меня вообще бесит, что они его убрали. Мне теперь приходится каждую игру вручную искать. А раньше просто зашел, посмотрел, скидки есть на эти игры? Не. Теперь сиди каждую игру тыкай. Такое себе. Так, ну ладно. Ломаешься. Прям что-то нервирует такое отношение, конечно. Чтобы как будто бы им похеру. Будут у них игры покупать или не будут. В основном это долго. Ты понимаешь, это долго. Каждую игру писать.
Когда раньше можно было просто тыкнуть кнопку, и тебе все твои игры, которые тебе нужны, они вот, они на одной странице. Понимаешь? Веди. Что еще за веди? Ну да, еще вспомню, что ты там хотел. Я поэтому говорю, раньше было классно. Так. Ага. А вот как. Подожди, я тут был что-то? Я тут был. Чё-то не взял. Попади. Да. Попал. О! Нашел пацана еще одного. Как же долго порой перещелкивать между этими предметами всеми. Ва! А, тут можно скроллить вниз экран, что ли? Так, где там? Ага. Некоторые штуки полезны. Так, здесь не ломается ничего. Опять угри. Не надо, угри. Не надо. А что он там? Я туда могу попасть? Ага. Ёпт, это я тебя сейчас упаду. Ага. Секретный секрет нашел. А я хочу сюда идти. Предсказание. А зачем я сюда хотел идти? У меня даже ключей нету. Блин, а как теперь назад-то? Блять, ну ты угораешь. Ну серьезно, блять, бред полный. Как назад вернуться, если ты не можешь назад вернуться? Ну что это? Минус G. 41.7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Лучше всего это получалось у Тургона Фингольфиноча, который нашел укромную долину и построил там город Гандалин. А построив, увел туда свой народ и принял все меры, чтобы во внешнем мире о нем как можно скорее забыли. Когда так? Так, ну ладно, заново чё. А пацана надо тоже спасать заново. Я просто не помню, где он был. А, черт.
монетка. Ну. Ага. Предсказание. Я отмену нажму, потому что в этом бессмысленно. Это бессмысленно. Зачем тебе слушать то же самое? Не понимаю. Так, а я смогу назад на эту платформу запрыгнуть-то вообще? Да, смогу. Так, давай тогда. Подожди, а где пацана-то спас? Предсказание. Чё? Да ты угораешь, что ли? Бей его. 5, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Предсказание. От свирепых ужасных нольдеров остались рожки и дотошки. До Феонорова родня? Каковая с ожесточенными боями разбежалась кто куда, нося урон превосходящим силам противника. Что ты там, Феонор? Феонор в родне, а лютует. 67, 14, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Останется ли в живых смертный человек, ступивший на бессмертные земли? Не. Не. Так, что-то я... Как я назад вернулся? Что-то я... Предсказание? Не пойму, где я его там потерял. Короче, пойдем сюда. Ну. Да, ну тут явно стена ломается. Ну что там мне? Что, гонишься? Блин. Ой, а кто это у нас тут? 43, 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Но нехватка опыта дневной жизни сказалась. Эол был схвачен и приведен к Уруфину, тому, у которого был скверный характер. Amazing forever, красавчик. Филлер, красавчик. Дисторбит, красавчик. Чуть. Слишком много. Какие-то бонусы. Блин, ключей-то нету. Где ключи-то? Опа!
повинуйся. Оу! Fuck you. Конечно. Да отстаньте от меня, ну. Ключей так и не нашел, что ли? Че тут? Бум. Блин, так ключей не нашел. Твою мать. Не надо. Что это? Это макака? Йоу! Ты чего? Красный ключ. А где он был нужен? Я что, помню, что ли? Ты так меня спросил, красный ключ, говорит. Че? Че тут? Окей. Здесь что? Да, в смысле? Привет, Алекс. О, чё-то нашел. Здесь что? Я тут бывал. Я не хочу сюда идти. А, это не то. Так, а где-то так то, что мне нужно-то? От этого начала. Тут тоже непонятная херня. Здесь что? Павук! Павук! Окей. Да блин, отстань. Да уйди ты нахер. Целое дело, блин, попасть в этих пауков. Пауки — это последний босс этой игры. Отвечаю. Хер попадешь. Хуба! Не делай так больше никогда. Мало ли. Так, мне интересно. Здесь с кого-нибудь падает ключ-то вообще? Да, конечно. Сика. О! Золотой! Золотой! Я нашел золотой! Окей. Так, осталось найти... Куда его применить?
А еще куда применить красный ключ? Потому что я что-то не вижу куда. Блин, там же была какая-то комната, в которой я помер-то в прошлый раз. Там и золотой ключ был нужен. А где оно было-то? Так, тихо. Ага. Это выход? Да, это выход. Найс. Прогресс со вчерашнего дня какой-то появился. Ты посмотри. Сейчас, может, пароль получим. Да, будет. Да, будет. Плохо было бы пароль получить. Что-то 5 уровней. Уже идем. Тихо, тихо. Неплохо. Здесь. Да блин, где он? Блин, тут явно какие-то есть... Может, вот это? Оу. То есть белыми можно мечами сквозь этот брать. Сквозь пол собирать предметы. Эй! А есть еще белые? Я бы вот эту штуку убил бы. Так хер ли она тут? До свидания. Тихо. Блин, это что-то какой-то пасос. То есть мне тут нужно прыгнуть. Ого. Ого. Интересно. Не упади. П. Блин, там ванна. А! Нет! Нет, 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 нет! Да, да, да. Абсолютно того не стоило, но я сделал это. Жадность, потому что. Ну. Пум. Эй! Жопа-паук! Дохни. Так, мы поднялись вверх, это уже не может не радовать. Чё это такое? Оу! То есть это всех останавливает?
Тихо. Пошли. Кик. Да лол, серьезно? Здесь есть увеличение ХП? Сика. Отлично. Это того стоило. Полностью. Так, а что тут было? Какие-то пружины, да? Не надо. Не надо меня трогать. Так, а что-то не взялся. А красный ключ где? У меня есть он? Нету. А там нужен красный ключ. А где я что упустил? Ну, видимо, тут. Оу, пацана взяли. Отлично. Вали. То есть это обязательно было, да? То есть какие-то обязательные, какие-то нет. Типа он первый был в первом уровне. Его вроде как нужно взять. На-ка! Так. Прям почувствовал. Успокойся. Так, огонь. Бум, всех убил. Там внизу. Только то, что я соскальзываю. Ну я же соскальзываю, ну. А что здесь можно было выйти просто? Серьезно? Так. Ключ зеленый, блин, лежит. Не сдуй меня, не надо. Спокойно. Эй. Слабенький старт консолей. Слабенький старт, ты знаешь? Я вчера, короче, смотрел новости. Слабенький старт консолей в Японии. PlayStation продалась тиражом что-то 180 тысяч копий в первые 6 дней. Или 4, там сколько, не помню. Xbox продался тиражом 20 тысяч копий. Тысяч копий в Японии. Я что-то барал. 20 тысяч копий. Клёвка.
Кому нужен бокс? В смысле? Он кому-то нужен. Там вон новинки бесплатно дают. Ну как бесплатно? Тебе надо заплатить. Ну а так, в принципе, бесплатно. По-моему, я нашел конец уровня. Ой, а кто это у нас тут? Айзекур красавчик. Конец уровня. У-ху! Нет? А что ты, как тебе он? Окей. Босс. Так, короче, прыжок. Это доктор Максимус Краниум. Гений, экстраординарный гений. Ты пришел поиграть с моей баскетбольной командой? Я ушел из баскетбола. Ну да, мы слышали. Мы слышали, не переживай. Так. Что-то нехорошо, что он уходит и смеется. В чем дело? Воу-воу. Давай так. Бум! Раз, два. Блин, будешь бежать-то, нет? Победил! Он что, баскетбольный мяч был? Он был баскетбольный мяч, ну! У-ху! Карточку взять какую-то. Ей! Пароль! У-ху! Пароль, наконец-то! Наконец-то! День спецсредства. Три H, четыре M, К, семь C, X, Т, четыре ноль. Отлично. Первый пароль есть. Баскетбольный мяч победили баскетбольным мячом. Мечом. Баскетбольный меч. Угу. Я могу выбирать. Не, ну давай по очереди, чего вправо. То есть, типа, промежуточные уровни нужно проходить. Я понял. Ну ладно. Баскетбольный Майкл Джордан получил красную карточку. Это уж точно. Ой! Я что-то не заметил. Эй! Так, это здесь... Как в этом? Как в Sunstriders, нет? Ой, да плевать, мне Вайавана взял, ну. Вот этот стол позначает, что придется прыгать.
Ха. Интересно. Что делать? В смысле? Что не делать? Просто ехать вперед. В лабораторию. Сколько здесь волн? Раз, два, три, четыре, пять. Так же пять. Ну. It's showtime. It's showtime. Time out.